Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 1213. За 3 дня продали 280 килограммов помидоров. Причем в первый день продали в 2,8 раза меньше, чем во второй, и в 4,2 раза меньше, чем в третий. Сколько килограммов помидоров продавали каждый день? Ну, очевидно, что в первый день продали меньше всего помидоров. Тогда давайте обозначим буквой X количество помидоров, которые продали в первый день. Кратко вот так запишем. Теперь, как же нам надо обозначить количество помидоров, которые продали во второй? Читаем. В первый день продали в 2,8 раза меньше, чем во второй. Другими словами, во второй продали в 2,8 раза больше, чем в первый. Тогда мы можем записать так, что 2,8 умножить на x. Это будет количество помидоров, которые продали во второй день. Что сказано про третий день? В первый день продали в 4,2 раза меньше, чем в третий. Другими словами, в третий продали в 4,2 раза больше, чем в первый. То есть 4,2x, вот это количество помидоров, продали в третий день. А всего за 3 дня продали 280 килограммов помидоров. Значит, x плюс 2,8x плюс 4,2x. Все это в сумме равно 280 килограммов. Вот у нас получилось уравнение. Решим теперь это уравнение. Вначале его преобразуем. В левой части у нас сумма трех произведений. Ну, первое x тоже можно считать произведением, но x это x умножить на единицу. Поскольку все три произведения имеют общий множитель x, то мы его можем вынести за скобку. В скобке у нас получится единица плюс 2,8 плюс 4,2. И это равно 280. Теперь вычислим значение выражения в скобках. Причем сделать это можно устно. Вначале мы будем складывать второй и третий слагаемые. Дробная часть 8 десятых и 2 десятых – это 10 десятых. 10 десятых – это единица. Единицу нужно будет добавить к цифре в разряде единиц. 2 целых и 4 целых, 6 целых и 1 единица. 7 целых. 7 целых. Значит, просто 7. 1 плюс 7 – 8. Значит, значение выражения в скобках просто 8. Х умножить на 8 равно 280. Теперь, чтобы найти х, нам нужно 280 разделить на 8. Выполним деление на черновике. 280 разделим на 8. 28 на 8 по 3. 3жды 8 – 24. 4. Сносим следующую цифру. 40 по 5. 5 на 8 – 40. 40 минус 40 – 0. Деление окончено. Частное – 35. Значит, x равно 35. Буквой x мы обозначили количество помидоров, которые были проданы в первый день. Теперь вычислим, сколько помидоров было продано во второй день. 2,8x. Значит, нам нужно 2,8 умножить на 35. Выполним умножение 35, ну, на 2,8 можно, или 2,8 на 35 не имеет значения. 5 на 8 – 40, 3 на 8 – 24 и 4 – 28, 2 на 5 – 0, 3 на 2 – 6 и 1 – 7, складываем, получим 8, 9. Теперь отделяем одну цифру справа. Получилось 98. 98 килограммов помидоров продали во второй день. Теперь найдем, сколько в третий день. 4,2 икс. 4,2
0,2 умножить на 35 будет равно 4,2 умножим на 35. 2 на 5 – 10, 4 на 5 – 21, 21, 2 на 3 – 6, 4 на 3 – 12. Складываем. 0, 7, 4, 1. Отделяем одну цифру справа, получаем 147. Запишем ответ. Прочитаем вопрос в задаче. Все ли мы определили? Сколько килограммов помидоров продавали каждый день? Отвечаем. В первый день продали 35 килограммов помидоров. Во второй день продали 98 килограммов. В третий день продали 147 килограммов помидоров. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.